Мы едем по заснеженному льду Байкала на Хабой, северную оконечность острова Ольхон. Первая остановка. Это был такой наблюдательный пункт. Деревни Хранцы. Когда рыбаки уходили на Байкал, их родственники приходили сюда и смотрели, когда же они вернутся. А за мной открытая вода. Очень тепло на Байкале. Мы пришли сюда по льду. Весь лед заметен снегом. Но рядом огромная полынья. Здесь, в районе поселка Хранцы, есть пещеры с наплесками. И мы попробуем туда пробраться. А сверху и снизу ледовые сталактиты. Вот такие сосульки, мягко говоря, мы обнаружили на первой остановке. Проползаем внутрь. Главное не задеть головой эти гирлянды. Ножки. За мной красивый грот, от которого только что отвалило миллион китайцев. И сейчас пойдем мы. Официальные ледовые переправы запрещены, но все ездят, потому что туризм – это единственное, чем живет сейчас Ольхон. За мной остров маленький и беленький. Но выпив воду здешних, и вокруг белым-бело, где наш лед? Скал, спокоен стал, поднял свой перст и произнес «Байкал». С той поры мы Байкал произносим, не споря, выпивая бокал. Разогнав китайцев, я катаюсь на этой голубой льдине. Бурхан заполнил тот разлом прозрачную ура! Облив себя огню назло прохладной ангарой, и родилась здесь доброта и щедрых чувств накал. Для всей планеты красота. Наш водитель говорит, что ледовая обстановка круговая сложная. Много трещин, большая широкая полынья. Всей страной нашей в хоре. В этом месте мы выходим на полевую дорогу и едем на мыс Хабой. Море, чиста вода. Дальнейшая наша дорога пойдет по суше. Крепчает здесь народ. Мы приехали в деревню Песчанка. 30-е годы в этой деревне Песчанка осужденные за мелкие преступления ловили омуля. Если нет снега, то, глядя на эту траву, не всегда можно понять, какое сейчас время года. Мы на мысе Хабой, и отвесные скалы обрываются в воду. Жалко, что невозможно совместить осмотр скалы сверху и снизу. Слишком склоны обрывисты. Мы прошли по узкому перешейку вдоль обрыва и зависли здесь, зачарованные замерзшим озером. А вот там вдалеке кончается Малое море и начинается Большой Байкал, который тянется еще на 300 километров отсюда. К сожалению, нам не удалось подъехать на машине по льду к оконечности Хабоя. Эту часть пути мы проехали сверху по суше, но зато мы видим виды, которые редко видят туристы, подъезжающие снизу. И величественные панорамы озера. От восторга кружится голова. 79,5. Самое широкое место на Байкале.
трещины, складки, интрузии. Мы с тобой сейчас используют различные духовные школы для медитации. Вот и эта девушка сидит и медитирует. Хабуй означает клык. Наверное, вот этот клык имеется в виду. Другое название мыса Хабуй – это дева. Так как если смотреть на него с воды, то основная скала напоминает очертания женского тела. А на верхушке мыса – ритуальные столбы Серге. Все вот эти ленточки, платочки, богам на удачу. А вот мы с Иной забыли сегодня конфеты, не побурханили. Поэтому, наверное, наша буханка с полпути и пошла поверху. Вот Иник, скалолазка наша, альпинистка. Инка! Опять выезжаем на лед, ведь Тиник собирается покататься на самом большом катке в мире. Инка принимает для храбрости. Одевает коньки и готовится к бою. Нет, вы на нее только посмотрите, а? Ольга, ты куда забралась? Я в торосы. Торосы. А вокруг стекляшки, присыпанные снегом. Эти обломки льда образуются вдоль трещин, становых и сквозных. И высота их колеблется от метра до 12 метров. Они образуются при перепадах температур, когда силой выдавливается лед. Только представьте себе мощь Байкала, который может выдавить лед и поднять его на высоту 12. Мы видим только результат. Здесь торосы скромные, не больше метра полутора в высоту. Тонкие образуются в начале ледостава, а толстые поднимаются у трещин весной, как сейчас, когда увеличиваются суточные перепады температур и начинается прогрев льда. Когда-то древнею порой могучий бог Бурхан пожертвовал земной корой, решил создать вулкан. Но выпив воду здешних мест, спасибо, и отвесный скал, спокоен стал, поднял он свой перст и произнес: Байкал. С той поры мы, Байкал, произносим, не споря, выпивая бокал,
и священного моря. Бурхан заполнил тот разлом прозрачною водой, облив себя огню назло прохладной ангарой. И родилась здесь доброта и щедрых чувств накал, для всей планеты красота на озере Байкал. Да вославим Байкал всей страной, на плёски создали вот такую чтобы ледовую стенку. Приезжал. Солнышко сегодня беда, снег покрыл лед и нарисует сердце на снегу для любимого мужа. Чист, Димка, это все тебе! Народ, купец, казак и декабрист продолжили здесь род. Здесь японец, швед и грек. Алькун считается самым сухим местом на Байкале. Но и здесь меньше всего осадков. Но нам, конечно, везет. Наш дом Байкал. А красота, а? И пусть идет снег, и пусть пасмурно. Но, смотрите, какой лед, а? Какие сосульки. Ой, какая сосулька, как говорит моя Маруся. Дайте мне морковку. Маруся. А я с такими сосульками пью шампанское на даче. Мусик, это для тебя. Бабушка ест морковку. Сказочная лошадка среди ледяного леса. Огонь, воду и медные трубы. Какую-то льдинку. Может, может. March 14. Мы на льду Байкала. Поселки Ужир на Ольхоне. Скоро наступит ночь. Заката нет, но зато есть голубые-голубые льды. Это тоже. Камни покрыты ледяной глазурью. Сакуи, застывшие на плеске воды на скалах. Они образуются на ранней стадии замерзания Байкала, когда сам Байкал еще не покрыт льдом, а температура уже отрицательная. Иногда они достигают 20-30 метров. Можно представить себе, какой был ветерок. Ребята, голубое-голубое, не бывает голубей, а? Назад, Ина. Становая трещина, она может проходить на много-много километров и быть настолько широкой, что автомобилю надо искать место, где можно, где она поуже и можно переехать. Но это всегда сопряжено с риском. Толбы Сергея,
для коновязи, для местных духов, разноцветные ленты, развиваясь на ветру, произносят молитвы, которые посылают шаманы местным богам. В старые времена установление Сергея имело символическое значение, обозначающее «это моя земля, это место имеет хозяина». Сейчас мы едем на юг Ольхона. В основном эту дорогу накатывают рыбаки, но сейчас Ольхон живет туризмом. И эта поездка пошла совсем не по плану. Машина приехала не та, водитель начал жаловаться, что вчера у него арестовали машину, что на лед он спускаться не будет. Увидев наше огорчение, он таки спускается на лед, и мы идем в гроты. А лед черный. Лавра! А через кто я не знаю, куда? Какие дежурные просто. И хрустальные люстры. Ой-ой-ой! Аккуратно пролезаю внутрь неглубокого грота. Главное, ничем не нарушить эту крутую красоту. Эти белые блинчики, пузырьки метана. Сейчас можно найти только небольшие участки, но все-таки мне удалось их увидеть. Обычно их бывает гораздо больше. Кап-кап-кап. Уже очень скоро потечет вся эта застывшая красота. Прятались за скалу целая куча буханок, чтобы инспекция не накрыла. А там вдали, где машина идет, официальная ледовая переправа, который, возможно, работает последний день. Молодец, это надо, это надо обязательно принять чуть-чуть. А как же? Ну, на коньках. Ура! За Ольхон, за Байкал. И опять по суше. Иду к скале, похожей на морду льва. Вау! А там, кажется, есть чистые участки льда. Мне надо туда. И не подумав, как буду подниматься, несусь вниз.
Красота, чистый лед, ура-ура! Наконец-то я нашла кусок полупрозрачного льда. Это не так просто оказалось на Байкале. Лед! Можно полежать, покрутиться, повеселиться. Охладить свой пыл. Скала богатырь! И вправду нос у него богатырский. И вот, наконец, закат на Шаманке. Конечно, все путешественники, приезжающие на Ольхон, снимают эти картины. Шаманка – это символ Ольхона. Ольхон – это сердце Байкала. Ольхон считают прародительницей всех бурят. Долгие века на священный мыс можно было ступать только мужчинам, да и то не всем. Но времена поменялись, и сейчас в ожидании заката здесь разгуливают толпы туристов. Я опять отправляюсь на Шаманку. А это уже рассвет. Я нередко снимаю рассветы, и это меня не очень интересовало. Гораздо больше меня привлекают льдины. Лед меняет свой цвет в рассветных лучах. От серого до голубого, бирюзового. Какие цвета! Здесь можно увидеть все спектры синего. А эти голубые льдины беспорядочно раскиданы вдоль берега. Какая чудная льдинка! Я все через нее вижу. Мы слышим голос Байкала! Трескается глухими раскатами, трескается стеклянный панцирь. Да, на коньках через Тарусы непросто. И надержись. Здесь нередко можно встретить велосипедистов. Так тоже путешествуют по Байкалу. 17 марта. Лед тает. Он уже совсем непрозрачный, а покрытый белым налетом. Придется, видимо, за прозрачным, как слеза, льдом приехать еще раз. А вот так это похоже на сидящего орла. Прощаемся с Шаманкой, с мысом Бурхан.
и Шаманским лесом. Ну и напоследок виды бурятского поселка Хужир, самого большого на Ольхоне. Сейчас все здесь живет туризмом. Больше жителям жить нечем. Аквафомули запретили, рыбзавод сгорел. Строятся гостиницы, очень много частного сектора. И едут туристы. К сожалению, в основном китайцы. И вот мы уже на маршрутке отправляемся в Иркутск через ледовую переправу. Выезжаем на лед, чтобы забрать наших попутчиков. Прощаемся с Байкалом! До свидания, Ольхон! Вечно славный Байкал с нами в радость и в горе. Выпьем полный бокал за священное море. Вечно славный Байкал с нами в радость и в горе. Выпьем полный бокал за священное море.